Провести музыкальный концерт – пожалуй, лучшая возможность отдать дань памяти великому композитору Дмитрию Шостаковичу. Музыканты сыграли у его памятника в честь 117-летия со дня рождения великого автора. А главные деятели музыкальных искусств Самарской области и неравнодушные жители возложили цветы к подножию монумента, который установили в сквере у Театра оперы и балета. Наша с вами миссия, наша задача – это сохранять эту память и заниматься большой просветительской работой, посвященной жизни и творчеству Дмитрия Дмитриевича. Для города день рождения композитора – важное культурное событие, так как именно здесь Дмитрий Шостакович завершил знаменитую седьмую симфонию. Она была представлена публике на сцене Куйбышевского театра оперы и балета в марте 1942 года. Я думаю, что эта симфония и музыка Шостаковича будет жить, она не умрет, она будет всегда подпорой надежды для нашего народа. Дмитрий Шостакович причастен и к еще одной значимой странице в истории города. Именно он стоял у истоков городского союза композиторов. Он был создан в конце 1941 года, и легендарный автор стал первым председателем отделения. Хочется сказать спасибо тому, что Дмитрий Шостакович был, что он подарил миру великую музыку, и мы как-то сопричастны с этим. В торжественной церемонии приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Конечно, история Самары, история Куйбышева, история запасной столицы была бы не полной, наверное, не такой красивой без Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Сейчас в городе продолжается 4-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Он задуман не только как дань памяти великому автору, но и как площадка для раскрытия молодых талантов, которые своей музыкой поддерживают творческие традиции, заложенные Дмитрием Дмитриевичем. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.